Машины не ставить, а можно было добавить надпись «Детям не играть», ведь за площадкой контейнерной сразу начинается детская такая картина во дворе домов под номерами 95 и 97 по улице Балтийской. Жители возмущены тем, что когда площадка переполняется, дети не упускают возможности там поиграть. Эти мусорные баки поставили для дома Балтийская 97, а дом Балтийская 95 теперь перед окнами должен видеть этот кошмар. Может, какие-то органы заинтересуются и добьются переноса этих мусорных баков? Осталось крыс развести, чтобы, не дай бог, детей покусали. Органы не заинтересуются, ведь площадка стоит правильно, по санитарным нормам. Она была внесена в проект новостройки, перенести ее не так-то просто. Между тем, жители жалуются в управляющую компанию. Мы совершенно случайно встретили директора. Он пояснил, что принять решение о переносе могут только в администрации индустриального района. Но чиновники, по его словам, открещиваются. Он говорит: а ты возьмите, перенесите площадку, утвердите все. Я говорю: как я могу это сделать? Во-первых, все площадки, все контейнерные площадки, они внесены в реестр. Угу. Этот реестр находится в администрации индустриального района. И решение принятие решения о переносе этой площадки может либо администрация индустриального района, либо вот эта комиссия. Комиссия, о которой говорил руководитель управляющей организации, согласно Санпину, должна определить место, на которое перенесут контейнерную площадку. Но как долго можно этого добиваться, учитывая, что контейнеры и так официально стоят на своем месте? Но есть и другие способы решить проблему. Возможно поставить либо купол железный над контейнером, где будет отверстие, куда будут все скидывать мусор, и в принципе он не будет ни вываливаться ни от ветра, ни от собак. Или же возможно вообще сооружение отдельного, ну скажем так, мини-склада, в котором будет просто закатываться, выкатываться контейнер и запираться на замок. Данное решение в принципе во многих городах Центральной России уже применяется. Возможно, учитывая эту практику, у жителей появится возможность не жаловаться, а совместно со своей управляющей компанией оградить детей от игровой площадки с душком. Андрей Дриер, Николай Шелко, «День с толком».